500 квадратных метров – это площадь демонтированной части Минаевского моста. Продолжается и демонтаж путепровода. С начала работ удалось разобрать 140 квадратных метров бетона. Планируется, что центральная часть переправы будет ликвидирована полностью до 15 августа. Параллельно идут и другие работы на объекте. Сейчас работы ведутся по устройству левой кольцевой развязки. Кольцевая развязка площадью 6844 квадрата. Поднимается насыпь на отметку проектную 3 метра. Сейчас уже порядка 4200 квадратов насыпи готово. Было построено уплотнение с проливкой водой. В таком же ритме готовятся все подходы и выезды будущего кольца. Эти работы планируют завершить за неделю. Также строители занимаются обустройством велопешеходного тоннеля под проезжей частью улицы Минаева и переустройством всех инженерных сетей – газопровода и водопровода. На объекте сейчас трудится около сотни человек и 40 единиц техники.